Знаешь историю Матье Беламона и великого предательства в Чейдинхолле? Убей мать мальчика, и месть пробудится в сыне. Forgive me, but I am on urgent business for the... On guard. Stand aside. При жизни я был лишь уведомителем черной руки. Но тебя... Назвали слышащим. Нет чести выше этой. Я рвусь в бой, как и мой клинок. Я снова живу. Слава спасителю темного братства. Слава слышащему. Какая жертва ждет нас? Отец ужаса действует сквозь меня. Его работа только... Началась. Скоро твои враги познают гнев Ситиса. В воздухе пахнет убийством. Этот запах я узнал. При жизни
был лишь уведомителем черной руки, но тебя назвали слышащим. Нет чести выше этой. Ты знаешь историю Матье Беламона и великого предательства в Чейденхолле? Убей мать мальчика, и месть пробудится в сыне. Чего тебе надо? Во время работы Хьорун относится ко мне как к ровне. Он лучше, чем остальные. Плохое ты выбираешь время, чтобы заблудиться, дружище. Я тебе голову сниму. Мне с тобой не справиться. Не верю. Нет. Только не... Come on.
Connor, fancy seeing you out here. I'm sure Nazir's cooking is great and all, but my appetites are a little more discerning. You could call it that. Didn't put up much of a fight, but made for a tasty snack. A rich bouquet of flavors. I would definitely recommend it. I must head back to the sanctuary before dawn. I will see you there, listener. I must head back to the sanctuary before dawn. I will see you there, listener. Тут кто-нибудь есть? Тут кто-нибудь есть? Хватит! Жду не дождусь забрать твои денежки. Это ничего. Удачный удар. Снова живу.
историю Матье Беламона и великого предательства в Чейдинхолле. Убей мать мальчика, и месть пробудится в сыне. Познают гнев Ситиса. Я не знаю, что вы там выдумали, и знать не хочу. Оставьте меня в покое. Нет у меня времени дурака валять. Иди сама, слава, или мы тебя потащим. Что-то ты скверно выглядишь. Брат, я думаю, нужно, она говорит правду. Нужно? Слава, куда я не пойду. Слышащему. Идите отсюда, пока я вам не наваляла. У нее нет шрама. Да. Мы ошиблись. Иди своей дорогой, пока твой язык не довел тебя до беды. Нужно что-то? Когда в следующий раз будете приставать к людям, вначале убедитесь, что не ошиблись. Чужеземцы. Может, от них одни проблемы. Случайного прохожего. В нашем деле они приняли меня за какую-то другую редгардку. И никак не хотели отвязаться. Надеюсь, они заблудятся в этой глуши. При жизни я был лишь уведомителем черной руки. Но тебя назвали слышащим. Нет чести нужно выше что-то этой. Да. Я помню Скайрим своей юности и алый блеск на белых полях. Слышащий? Государственное дело. Иди своей дорогой. Мы покажем этим безбожным псам, чья это земля. Скоро твои враги познают гнев Ситиса. Может, прикончим случайного прохожего? В нашем деле нужна постоянная практика.
воздухе пахнет убийством. Этот запах я узнаю везде. Какая жертва ждет нас? Растяпа. Легат. Будь начеку. Будь начеку. Все по хорошей цене. Нужно что-то.
пусть дорога приведет тебя в теплые пески. Добро пожаловать в скромный лагерь Каджита. Добро пожаловать в мой скромный караван. Погляди. Надеюсь, мы еще поторгуем. Ветер здесь такой холодный. Рано или поздно она окупится. Любые товары. Все может быть твоим. Берегись шпионов Ульфрика. Чем могу помочь? Заходи, заходи. Посмотри, что предлагает Каджит.
очищение. Так давно не доводилось убивать мятежников, даже рука ослабла. Берегись шпионов Ульфрика. Слышащий? Отец ужаса действует сквозь меня, и его работа только началась. В жизни я был лишь уведомлен. Черные руки.
предательство в Чейденхолле. Убей мать мальчика, и месть пробудится в сыне. На белых полях. Я снова живу. Однажды ты будешь служить ужасному отцу. Слышащий. Я рвусь в бой, как и мой клинок. Мой клинок твой. Может, прикончим случайного прохожего?